Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.com. Сирия потребовала от американцев покинуть свои нефтяные месторождения. В интервью газете «Известия» заместитель председателя Международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад заявил, что следующей целью Сирии станет возвращение контроля над нефтяными месторождениями в провинции Дейр-эз-Зор. При этом он не исключил, что это может произойти и в ходе военной операции. Аль-Асад заявил, что уход войск США с территории нефтяных месторождений Сирии произойдет независимо от желания Вашингтона. Напомним, 23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что небольшая часть американских войск все-таки останется в нефтеносных районах Сирии. Трамп отметил, что именно власти США будут решать дальнейшую судьбу этих территорий, а заодно и охранять их от набегов террористических группировок. В Дамаске эту американскую идею, конечно же, не оценили. Зампред Международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад сказал, что контроль в этих регионах будут осуществлять исключительно правительственные войска и силы, которые находятся в Сирии по просьбе официального Дамаска, то есть Россия и Иран. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.com.